Всем здорово! Сегодня я хочу вам показать, как исправить ошибку при установке виртуальных драйверов на Windows Vista в VirtualBox. Давайте я вам покажу, как же влияет эта ошибка. И как мы видим, у нас вылетела установка файла vboxmouse.in. Что ж, давайте ее решаем. Итак, для этого нам необходимо скачать старую версию драйверов от бокса. Примонтировать их в дисковод. И запустить винду. Вот только запустить нам ее надо без проверки драйверов. Для этого при запуске жмякаем F8. И у нас появляется вот такое вот меню, где мы должны выбрать режим без обязательной проверки драйверов. Что ж, да, успешно запустилась. И приступим к установке драйверов. Итак, заходим на диск. Находим нужный нам экзешник. Если у вас винда 32-битная, значит ставьте Win32. Если 64-битную вы скачивали, то ставьте AMD64. И обязательно запускайте это от имени админа. И там драйвера успешно установились. Давайте перезагрузим винду и посмотрим, как оно будет работать. Как мы видим, винда успешно запустилась после наших махинаций. И если мы посмотрим, то, как видите, drag and drop работает. А также давайте проверим самую главную фишку Vista, а именно Aero. Ну и как мы видим, у нас успешно заработала Aero. Давайте проверим AeroPeak, вроде так эта хрень называется. Ну, как видите, она работает. Ну что ж, вот и был весь туториал. Дрова мы поставили, так что можно использовать Vista для каких-нибудь своих задач.